23 мая отмечают Всемирный день черепахи. Животное символизирует мудрость, богатство и долголетие. В зоопарке перуанской столицы Лимы виновниц торжества одаривают цветами, которые те с удовольствием поедают. Это чтобы повысить осведомленность об уменьшении видов черепах. Сейчас в разных частях мира есть 300 разных видов, но их число быстро сокращается. Зачем их сохранять? Потому что каждое животное – важная часть экосистемы. В вольере зоопарка более 40 черепах разных видов. Это, например, вымирающая желтоногая, которую еще называют зубчатой. А это старичок с Галапагосских островов. Сенсону уже 150 лет. Многих из этих животных спасли от смерти. Большинство найденных нами черепах кто-то держал в качестве домашних питомцев, или же их выбросили в парке. Люди просто оставили их там. Наш зоопарк заботится о них. Всемирный день черепахи учредили 19 лет назад по инициативе Американского общества спасения этих животных. Цель – привлечь внимание общественности к проблеме гибели черепах из-за соседства с людьми. Больше всего этим пресмыкающимся угрожают потеря среды обитания, ее загрязнение, а также браконьерство.